Всем привет, с вами Серикс, ребята. Как вы думаете, почему же в Counter-Strike Global Offensive падает ширп? Ну, не именно ширп, да, допустим, кому-то то падает нормальный шмот, а кому-то нет. Допустим, мне выпал нормальный шмот, а вам нет. А как бы здесь все задумано. Чтобы вам, допустим, упал кейс или граффити, ну, да, вам упал кейс, и как бы компания Valve сделала, чтобы вам падал ширп. Чтоб вы, допустим, открывали кейсы, вы же хотите себе нормальные скины, хотите вы открываете кейс, вам падает гап, ну или какой-то нормальный, ну, шмотка, или там нож, допустим. Вам выпал, вы его продали, потом еще раз открываете кейс, и вам выпадает ширп. Вот так вот все задумано, чтобы вы только открывали кейсы. Компания Valve хочет как бы, ну, набогатиться, как бы больше денег поднять как бы на открывание ваших кейсов. Да, вы открываете, не зарабатывают. Вы открываете, не зарабатывают. И этот ролик, конечно, подходит к концу, ребят. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока, именно до свидания.